Поехали. Добрый день, друзья, с вами Дов. Сегодня у нас Galaxy S3. Замена экрана. У нас звуки есть, экран работает. Здесь одна трещина. То есть при падении он вышел из строя. Снимаем крышку. Батарею. Раскручиваем все болты. Снимаем карту памяти, сим-карту, если она есть, потому что они будут мешаться. Снимаем все болты. Снимаем панель заднюю, вот так она просто снимается. Отстегиваем громкоговоритель, он находится вот на такой панельке. Далее отсоединяем антенну вместе с кабелем, плата, которая держится еще на одном болте. Шлейф экрана, камера, вот так вот снимаем плату. Далее снимаем датчик приближения с передней камерой, он находится вот в таком положении. Снимаем шлейф вместе с динамиком аккуратно, вытаскиваем кнопку звука, виброзвонок. Тут находится прикреплен к каркасу с помощью двухстороннего скотча. Аккуратно соединяем шлейф. Вот так вот. Снимаем кнопку включения телефона. С внутренней стороны вытаскиваем ее. И саму наклейку с номером телефона, с имейлом. Вот он, наш экран старый. Берем новый экран. Снимаем транспортную упаковку, вот он у нас такой, в клеенке. Это оригинальный самсунговский экран. И все, ставим все на место. Камеру с датчиком. Вот она у нас. Сразу прикручиваем ее на место. Ставим на место кнопки, кнопка включения. Кнопка добавления звука. Далее шлейф. Всовываем его в свои пазы. И сразу проверяем, чтобы был клик. Клик есть, плюс, минус, значит,
Шлейф у нас встал на свое место. Клеим наклеечку. Виброзвонок. Далее непосредственно саму плату ставим на место. Кабель. Фиксируем, соединяем шлейф экрана. Динамик застегиваем. Основную заднюю панель. И пока не прикручиваем, проверяем качество нашего экрана. Все ли работает. Включаем. Собираем. Звуки появились. Вставляем карту памяти на свое место, сим-карту. Проверяем стекло, все работает, кнопки, все есть, звуки есть, все работает прекрасно. Все, собираем телефон. Спасибо всем за внимание, с вами был Дов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому это видео было полезно, задавайте вопросы. Всем удачного дня!